начали. Ну, сейчас до конца дойдем, и я покажу, как обещала, эти воздушные петельки, которые вязали по 10 штук, собрать в косичку. Так, четвертый столбик с двумя накидами и пятый столбик с двумя накидами. Видно хорошо? Так, это сейчас закрепим, чтобы не убежали наши петельки. Так, перевернем. И так я их закрепляю, чтобы не убегали. Ничего сложного нету. Просто собираем так. Большим крючком. Чего я тут натворила? Это малиновая такая толстенькая ниточка попалась в клубочке. Стирается, отпарится, и совсем другой вид будет. Тут-то он еще сырой, после вязки, после всего. Так-так-так, убежал, да? Ну так, ничего сложного нету, все гениальное просто у нас, говорят. Опять сразу закрепить. Такая красота получится у нас. Понятно. Потом покажу, когда довяжу, покажу отделку, как будем обвязку, отделку. Ну все на вроде, все ясно же, да? Все понятно. Распрями, покажи. Сейчас. Вот так. Толстенькая получается. Вот. Видно? Пушистенькая будет, ворс будет.